Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен и, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик Кубик. Привет, друзья! Сегодня у нас будет один большой билд-баттл в Майнкрафте. Тематика — это водные горки. Мы их строили за 10 секунд, 5 минут, 1 минуту. Сегодня мы будем строить одну гигантскую, ну я одну, и Леска с Нубиком вторую гигантскую водную горку целых 15 минут. А в конце мы будем на них гонять не просто на лодках, а на моторных лодках, супер быстро. Так что сегодня будет мега интересно. Но ты, кстати, прямо сейчас напиши в комментариях, какой предмет на твоем экране из Майнкрафта появился. Я думаю, то, что немногие из вас могут понять, что это, но если ты поймешь, значит, ты настоящий профессионал. И обязательно ставь лайк и жми на кнопку подписаться. Ну что же, я готов начинать. 15 минут на счет 3. Так, я буду строить сегодня, естественно, с вспомогательными командами, потому что я хочу построить просто огромнейшую горку. Так что давайте начинать. Так, стойте, я цвет даже не выбрал. Давайте я начну. В общем, я хочу, чтобы моя горка была, наверное, а у нас будет вот такого цвета. А я посмотрю, я не знаю, как я буду делать. А вы что, уже строите, что ли? Так резко. А нет, мы сейчас-то уберем. Вот откуда начнем? Ну ладно, без разницы, точку ладно. Точку стартовую. Три, два, и мы будем друг друга слышать, если что, вот. Да. Раз, два, три, начали. Все, 15 минут пошли. Так, ребят, я тоже тут подтолкнусь. Нубик, а даже подожди. Не тут, даже не здесь, ребят, я вон туда пойду подальше. Вот смотри, так. Вот смотри, Нубик, секунду. Я тебе заодно буду слушать, потому что подожди, помните, секунду. Мы обычно с вами глушились, Нубик, а тут получается я вас вот слушаю. Смотри, мы с тобой будем какую делать горку? Спирали. Да, и где она здесь? Она воткнется в стену. Давай, пожалуйста, ребята, подальше. Куда вы хотите ее? Близко. Я понял, в чем суть, чья Леска хочет сделать, короче, я понял, походу. Я просто хотела отодвинуть, Нубик, погоди, пока так. Не ставь. У нас же сзади места миллион. А я пока что тем временем намечу высоту. Я думаю, то, что вот здесь будет достаточно для меня. Давай так, Нубик, а что нет? Ну давай я пройду. Все, давай, здесь я поставим. Смотри, Нубик. Все, готово, ребят. У нас стартовая площадочка все-таки, да? Да. Слушайте. Так, и давай. А какую ширину? Да. А вы представляете, что как бы прошла уже минута? Ого. А мы хотим построить с вами сегодня прям, ну, гигантские горки. Я что-то, знаете, у меня какое-то ощущение неприятное, то, что мы вообще не успеем. В общем, здесь, короче, будут такие вот блоки. Так, сюда. Нубик, как думаешь, успеете, нет? Нет. Не, ну вы, главное, стройте так, чтобы вы успели сделать то, что вы планируете. Правильно. О, молодец. Тут, знаешь, с Нубиком тактика, главное, да, я согласен, так. Не начал. Сюда поставим. Так, и получается, мне нужно будет на один шаг ниже это делать. Так что мы здесь, друзья, с вами копируем. И вот здесь вот вставляем нашу следующую часть. О, слушай, представляешь? Будь здоров, Кубасыч, ты чё чихаешь? Надо еще немного красного сделать. Давай, это сюда. Я просто, знаешь, что хотела сказать, что мы с тобой заворачиваем. Это сюда. Ребята, получается эпик. Я вообще боюсь представить, что у тебя там будет. А вы можете уже посмотреть. Офигеть. Посмотрите просто над головой. Ты вообще куда загнался? Что у вас происходит? Ребят, я просто хочу такой эпик построить, вы не представляете, короче. Это, конечно же, полная импровизация, но все же. Выделить отдельное время, когда я сам. О, дождь пошел. Вот эпик сейчас вот начался. Это реально эпик начался тоже. Вот, и когда я построю очень гигантскую горку. Так, давайте урегулируем нашу сегодняшнюю погоду. Леска, может быть, сделаем цвет. Ну нет, еще красный надо еще. Все, великолепно. Дождь закончился, вышло солнце снова. Так приятнее. Так, и получается. Ну ты вот по сути строишь вот. Вот так. Только. Ребят, посмотрите снова в мою сторону. Ты чё, куда это? Бесконечный туннель какой-то. Это, я не знаю, это это горка за кулисей, короче. Вот это так это называется, я просто забыла. Поезд-пожиратель? Да. Ого, ничего себе. Нубик. Да. Короче, давай делай, я тогда буду этот подъем. Вот таким образом. Лестницу делать вниз. Здесь вот сюда. Потому что вдвоем бесполезно там вообще невозможно. Вдвоем. Надо было тогда на три части делить нашу стенку, и чтобы каждый строил один, получается, горку за 15 минут. Ну ладно, а еще не поздно, только 3 минуты прошло, еще как бы не поздно. Не так уж время быстро идет. Ну, Шеди, мы сейчас не будем уже, наверное, потому что... Ну да, сейчас уже давайте, короче, как-нибудь скооперируйтесь там. Так, Нубик, давай цвет-то уже следующий. Короче, делаем вот так. Сейчас я заворот сделаю, а после этого заворота будет уже оранжевый, хорошо? Сюда. Так, пройдемся еще вперед немножечко. Я тебе скажу, высоту мы задали с тобой серьезную, Нубик, я не знаю, как... Да, это точно, вы там такое задали, это 100%.
Так, теперь все-таки я сделаю вот так. Так, а теперь применение цвета. Так, я сейчас тоже цвет поменяю, наверное, на какой-нибудь вот такой. Так, только он нифига не поменялся. Так, снова не поменялся, значит, делаем вот так. Куда ни повернушь, один горку вижу. Конечно, а вы не подглядываете. Чего вы подглядываете-то? Да тут подглядыванием это нельзя назвать. Это просто жесть какая-то. Конечно, там какую-то малютку свою припаркованную строите. Да мы-то без этих же команд. Это ж не моя бандура тут, которая тут это. У тебя вообще там какая-то реально завод какой-то там строить. Это горка-монстр какой-то получается. Туннель какой для поездов реальный. Так, ладно. А я всегда почему-то не любил даже не водные горки, а в принципе горки-туннели. Они мне не нравились всегда. Почему это? Потому что я не люблю замкнутое пространство. Так, а что это у меня здесь получилось? Так, это мне придется сейчас, получается, вот так вот фиксить. А мне, кстати, нравится, как у меня получается. Мне нравится. Так, это косячок, это косячок. Так. Короче, вам повезло, я тут немножечко накосячил. Мне немножечко придется наполовину, так скажем, вручную свою горку немного чинить. Так. Слушай, но все равно ты далеко вперед убежал. Так, ну это конечно, да, скорость, я понимаю. Сопоставимо. Но с командами по сравнению просто строить рукой, это естественно. Так, ну я просто сегодня буду использовать все свои скиллы профессионала, так, вот, и мы посмотрим с вами, что из этого выйдет. Слушай, ну настоящая битва нубай, профессионал. Так, сюда поставили, так, здесь скопировали, сюда тоже поставили. Ты тут как-то учтешься, что у нас вот здесь вот разрыв сейчас или что? Так, что да, это у вас там учту. Разрыв еще, что у вас там происходит? Ну, у нас тут как бы это самое, горка поворачивается. Да, леска, я сейчас... Опора здесь вот. Так, я это готово. А, что хотел делать дальше? Сейчас, леска, пусть будет вот, 3, она 4, заворачивать. 5. Заворот, давай. Пошел. Так, ага. Короче, у меня на самом деле столько тут планов, как можно еще прикольно сделать. Но все-таки я даже, несмотря на весь свой скилл, я чувствую, что могу не успеть даже немного. Тяжело, да? Нет, не тяжело, очень просто, но могу не успеть. Так, слушай, сюда. Я не знаю тогда, что мы, Нубик, нам с тобой надо как-то разделять. Закроем. Реально, разделять надо. Просто главное, там потом надо будет на то, чтобы... У меня же горка закрытая, мне надо будет еще свет провести, воду разлить. Я придумал. Давай ты будешь делать вот так вот. Так, все. А я вот здесь сделали. Буду ставить лестницу вот так вот. И сейчас главное быть предельно мне внимательным. Смотри. Давай, давай. Так, ребята, лечу. Так, ставлю вот сюда. Так, давай. И мне, получается, надо это все скопировать. Ну ладно, давай я буду делать. Да нет, давай я тут что-то буду делать. Ну, ну что ты вообще какая-то фигня? Что у вас там? По-моему, у вас да какой-то эпик ломаешь? Происходит, нет? Нубик, да не знаю, что такое. Нубик, цвет давай менять. Желтый пошел, желтый. Ребят, прошло уже 11 минут. Вот, сейчас уже закончится батл. Шучу, 6:30. Даже половина времени не прошло. Ну, резко, я сразу не поверила. Ребята, что я делаю? Тут такая жесть. Мне что-то страшно даже находиться внутри своей горки. Она не то, что огромная, она гигачат какая-то. Горка гигачат реально получается. Я умею лицо гигачата делать. Соболезную, Нубик. Ты так у тебя без гигачата лицо гигачата, знаешь? Так, ладно. Еще немножечко возьмем. Не-не, я знаю, что я сделаю. Крутая идея появилась. Крутецкая. Доставлю. Так, это сюда мы заделаем. Сейчас у нас будет заворот. Хорошо, ты делай, я подстрою. Так, это здесь, это сюда. А-а-а. Слушайте, зато у меня действительно как горка, можно сказать, реально в аквапарке стоящая, получается. Да? Ну, в аквапарке сейчас, я реально такие даже сейчас протестируем, я не знаю, тут такая длиннющая. Так, это сюда. Будем 15 минут строим, 15 минут еще ехать будем, наверное. На моей горке. Я не знаю на твоей горке, сколько ехать. Так, это ставим, это увеличиваем. Так, в эту сторону получается готово. Так, так и получается опускаем, разворачиваемся. Так. Так, ага. Все, я соединяю, я поняла. Я на самом деле сам не очень понимаю, что хочу в итоге получить. Так, соединяю. Но я хочу, чтобы мы как можно дольше ехали именно на ней. Я думаю, будем ехать очень долго. Леска, мне нравится, как мы строим. Мне нравится применение цветов. Ну да, красиво выглядит цвет. Не кажется, ли надо уже зеленый делать? Да, давай зеленый. Только вниз еще, не надо сразу поворачивать. Да не поворачивай. Такой мятный зеленый. Я пробовала такое мороженое, которое со вкусом такого орешка. Я забыла, как называется. Орешка. Такого зеленого. Фисташка. Фисташка, и она очень вкусная. Это моя любимая, кстати, мороженое. Так, продолжаем. Так. Наращиваем. Так, боковинки, Нубик, потому что у нас вода утечет, уж не забывайте. Так.
боковиночки почему? А, подожди, у нас готово. Здесь уровень. Все, поняла. Так, и здесь получается снова подожди. Делаем так же. Так, и опять. Все, ой-ой-ой-ой, так не то, что происходит. Так, Нубик, раз, ты не ставь, раз. Не ставь между, я же ставлю. Хорошо. Ребят, кстати, если что, сейчас прошло, ну, почти 9 минут, реально. Реально. Так что я сейчас, наверное, вот опущу слой один горький, я пойду заниматься разливом воды и светом, потому что иначе я реально не успею это сделать. Разливом воды он уже начинает заниматься? Нет, еще не начинаю. Говорю, сейчас я закончу вот то, что хочу сделать, и уже начну, реально, потому что как бы время уходит. Может быть, заворот уже делать голубым цветом? Да, давай заворот голубым. Так, копируем. Так, копируем. Так, получается, здесь будем вставлять вот отсюда. Все, я вот так уже, Нубик, поднимаю тогда боковинку. Ряд да? Голубой, синий, фиолетовый у нас остался. Слушай, а голубой вообще как вода, как будто течет вода уже, да, у нас? Ну, синий, мне кажется, ближе к воде, а не голубой. Так, готово. Так, здесь снова отсюда получается, нет? Ну, Нубик, вот это бесполезно, отсюда ты ломаешь копируем. За мной. Ну зачем? Блин, времени вообще так. Нету. Так, получается, мне нужно приподняться вот отсюда и отсюда копировать. А что, может... почему? Чего? Почему что вы там злая? Делаете? Почему нет, такая слая, что? Не, ну ты, Нубик, подправляешь, вот смысл вот это вот уровень выше, ниже пола. Так, готово. Все, так, ребята, близко, прошли отметку 10 минут уже. Прошли отметку 10 минут. Это много, я заворачивай. Учу... Заворачиваем, давай, давай. Так, я постепенно спускаюсь на один блок, это надо ускориться немножечко. Для этого я копировать снова сейчас буду. Вот отсюда прям. Так, пошло. Так, взяли. Так, сюда встали, получается. Здесь поставили, вот отсюда копирую. Так, Нубик. Да. Кажется, у нас с тобой получается, да? Да. Надеюсь. Так, я вот сюда я прихожу. Надеюсь, я очень хочу прокатиться на горочке на нашей. О, мы уже. Че, будем синий-то, Нубик? Синий цвет, давай. Может быть, конечно, у меня горка такая и банальная получается. Но, опять же, повторюсь, я хочу, чтобы она такая прям... У тебя труба реально долгая была. То есть, прям совсем... Что прям вот едешь вечно. Да, слушай, у нас цвета тут нереально. Я предлагаю уже ничего не заворачивать, потому что времени уже мало. Да, 4 минуты, ребят, остается. А, да? Да, 4 минуты всего осталось. Мы за это время воду нальем тогда. Так, и последнее, наверное, что я сделаю. Так, это у меня уже будет конец горки все-таки. Я сейчас начну разливать воду, потому что реально уже нельзя так долго тут возиться. Так, и сделаем восьмерочку. Все, вот сюда вот сделали, это конец круто. Горки. Леска, все. Давай. Слушай, лезь. Подожди, нам надо же это, вода-то у нас утечет. И да, точно, я чуть не забыл. Мне же еще нужно сделать такую типа начальную платформу, на которой можно стоять, в принципе. То есть, откуда оно все начинается. Потому что ты же не просто в трубе сразу оказываешься моментально. Да. Так, да, так что. Да, ты сначала даже на платформе. Я еще помню такие горки, где ты с плюшкой катался именно. Когда ты в таких горках в парке катался. Ой, какой красный такой. Так, здесь поставили. Так, и вода. Ребят, все, я разливаю воду. Но я скажу сразу, я, в отличие от вас, буду это делать реально прям очень долго. Очень надеюсь, что мне хватит времени. Да, давай разливай. Ох. Леска, все, платформа вот здесь вот, а здесь уже начало. О, пошла водичка, пошла хорошенькая. Опа. Так, ну и как оно, слушай, у нас без так, котичек? Ребята, я очень долго тут буду разливать. Слушай, Нубик, я, вы знаете, что думаю? Вот тут, наверное, на поворотах придется немножко поднять, иначе кто-нибудь улетит на моторной лодке. Да, давайте, а то, да, действительно, мы же главное то, что мы будем лететь реально на моторной лодке. Да. Так, разливаю. Так, остается примерно, ну, чуть-чуть больше, чем 2,5 минуты. Угу, хорошо. Так, предусмотреть надо безопасность по наружней. Так. Именно наружную часть надо укрепить. Так. Хотя, знаете, с другой стороны, разлив воды и свет можно и не включить в строительство горки, потому что это... Потому что это все-таки такой момент, без которого, ну, это не, горка не будет горкой. Да, вот. Кстати, если ты не успеешь сделать воду, то это не будет горкой, как ты скатишься по логике. Я, конечно, сейчас безумно стараюсь успеть, но все же. Я сейчас разливаю воду как только могу. Так, опа, пошла работа. Опа. Еще нужно свет мне тем более сделать, но свет будет намного быстрее ставиться. А еще есть такие горки, которые полностью черные. О, господи, что ж так долго-то? Это очень долгое прям. Светодиоды есть, мы с Леской катались там. Подсветочки, что ли? Да.
Так, давай же, водичка, разливайся быстрее. Жалко, не, тут нет такого, что ты вначале поставил огромный источник, и она автоматически по всей горке у тебя разливается. Да. Неравномерно получится там. Так, ломаем. Я с кем попробую. Ну я смотрю, укрепила стенки. Капец, вы уже там вовсю катаетесь, да? А я вот до сих пор все еще разливаю воду. Все еще это делаю. Классно. Так, ничего страшного, что она мне немножко кривовата, потому что по-другому оно никак не получится. О, леска! Что, получается? Тестируешь уже? Нубик уже по горке бегает. Да, Нубик вовсю кайфует уже. Я, кстати, не бегаю, я качусь так быстро. Капец, это жесть. Ребят, 45 секунд, я все еще разливаю воду. А сколько у тебя примерно осталось? Ну, осталось намного, ну, больше половины я уже точно водой залил. Немножечко остается. А давайте к нам сначала пойдем. Но свет я точно буду вне времени сейчас ставить, потому что свет я не успеваю иначе поставить. Хорошо. Итак, друзья, мы наконец-то, я наконец-то закончил освещение. И леска с Нубиком тут, я вижу, что-то там понаставили. Так, там Шеди, короче, написано, а тут что написано? Нуб. Так, а тут вот так написано Нуб, получается, с этой стороны. Да. Окей, погнали, начинать. Так, моторную лодку я сейчас подготовил, мы, получается, именно на ней сейчас будем гонять. Вот такая горка получилась у Лески с Нубиком. Они, на самом деле, учитывая то, что они строили без команд, они капец как очень много всего успели понастроить. Прям реально большая постройка. Так, заходите. В смысле, где вода? Вода на месте, все на месте. Подожди, мы к Шеде идем сначала? Ко мне, в смысле, ко мне, к вам, я же у вас. А, вы там уже? Что, садитесь на горке-то? Ой, на эти, на моторной лодке. Я тут делала вот так вот, смотри, чтобы побыстрее, если что. Шеди, на лодку уезжать. Ну ладно, это Лескина, это я еще сзади поставлю. Ехать уже можно? Да, все, ну я поехал, давайте, я за вами еду тогда. Так, и погнали на моторной лодке. Слушайте, на ней намного интереснее, чем на обычной. Только я что-то... Слушай, я не вылечу. Что-то получается, ваша горка не работает, ребят. Я застрял. Я застрял в самом начале. Она у вас никак не фуричит вообще. Там, может быть, это воды надо? Мы же боковинки подняли с Нубиком. Наверное, вода немножко встала. Так, получается, быстро не успею. Я не знаю, на самом деле, может быть. Так. А, кстати, если ты без лодки будешь ехать, то лучше получится. Попробуй без лодки. А я уже с лодкой еду, я уже вроде приспособился. Тут надо просто выруливать поровнее. Так, опа, здесь повернули. Ну ничего, так, здесь, кстати, повернули. И здесь поехали. Опа. Все, короче, просто в начале почему-то как-то тяжеловато прям было. Да, 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 потом пошло дело, да? Да, а вот если у меня вы будете ехать без лодки, это будет вечность, конечно. Тут, может быть, конечно, я не знаю, да, тут просто можно вот так вот ехать. Слушайте, достаточно быстро, прям очень быстро получается просто плыть, попробуйте. Вы пробовали? Я уже пробовал, да. Прям мега быстро получается, офигеть. Ну-ка. Очень-очень быстро. Уклон, да, дает вот этот? Прям, слушайте, я, по-моему, быстрее, чем на лодке сейчас проплыл, офигеть. Да, возможно. Вот это очень круто, конечно. Это необычно, мне нравится реально. Вот так больше как-то эффект, прям как будто реально дух заходит. Да, да, есть такое. Ну что, а теперь пойдемте ко мне, вы сейчас увидите, что я построил. Слушай, я боюсь представить. Тут даже не видно ничего, где она начинается здесь, а где заканчивается, вообще тут никак невозможно увидеть. Слушай, так, ну что, просто... садитесь, я это все дело там осветил. Давайте, так, вы вперед. Слушайте, мне даже 3, страшно немножко. 2, 1, поехали, давайте, я за вами прям. Вперед, погнали! Давай, газуй, не останавливайтесь только, не тормозите. Друг другу, чтобы не мешать. Ребят, какая скорость бешеная, это просто жесть какая-то. Мне пока очень нравится. Ой-ой-ой-ой, так, аккуратней. Едем, едем, вперед, поворот направо. Бесконечность, ё-моё, реально. Вперед. Ой-ой-ой, капец мотает прям. Да что такое-то, меня вообще, да, мотает. Капец, резко сзади где-то. Поворачиваем налево. Ой, сижу, прям вообще подпрыгиваю, а. Так, снова направо, стеклянный уровень, так, снова налево. Ё-моё, я думала, мы сейчас улетим. Газуем, газуем. Ух ты. Ребят, что за дичь-то? Где леска-то? Леска что-то пропала. Да в стене я, чё, где я тут врезаюсь, еду. Так, да надо? И представляете, сколько вот это вот, я не знаю, я заливал водой. Классно, 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 и полетели, и завершена гонка, ребят, все. Горка, вы гонка, все, короче, называйте как хотите. Он леска доезжает, короче, смотрите, бьется из стороны в сторону, просто не знаю кто. Ну что, как вам? Вообще крутяк. За счет того, что вода неравномерно разлита, получился эффект скорости. То есть реально лодка намного быстрее плыла, как по мне. Куда я? Кстати, стойте, маленький трюк попробую сделать, ну-ка. Подняться, капец, меня просто как будто прибило. Слушайте, это жесть какая-то.
О, ребят, слушайте, а что если пробовать в обратную сторону плыть? Ой, дайте мне. Она работает, ребят, поплыли в обратную сторону, это реально работает. Подождите. Что за фигня? Чё так, за дичь? Так, подожди, дичь? Мне надо я падаю. Она не ставится. А вот надо всплыть, получается, в любом случае. Всплыть надо, да? Так, сейчас, подожди. Сейчас я... Вам нужно именно снизу, короче, в любом случае. А, снизу надо, да? Так, хорошо. Я так не могу. Ну, тогда, друзья, я, короче, поехал. Ну что же, я думаю, то, что мы на этом будем заканчивать. Как по мне, получилось очень круто. И самое крутое то, что у меня горка вообще, оказывается, работает в обе стороны. Ну что же, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока! У-у-у!